Готовить новые кадры для вагоностроительного завода будет Южноуральский госуниверситет. Правда, сначала в Усть-Катаве закроют филиал вуза, а затем на его месте откроют кафедру совместно с градообразующим предприятием. Также до 1 июля будут ликвидированы филиалы и в Озерске, Снежинске, Оше и Кыштыме. О том, как пройдет реорганизация и что будет с нынешними студентами непрофильных специальностей, нам рассказал по телефону директор пресс-центра ЮРГУ Дмитрий Руденок. Обучение студентов в этих городах продолжится, но в новом формате. То есть ЮРГУ будет представлен уже не в виде филиалов, а в виде базовых кафедр, созданных совместно с градообразующими предприятиями в этих территориях. Так, например, в Озерске базовая кафедра создана совместно с промышленным объединением «Маяк». Это сделано для того, чтобы приблизить содержание образовательных программ ЮРГУ к требованиям реальных предприятий. Ну и, соответственно, проведена существенная оптимизация образовательных программ, и на этих территориях вся подготовка в области экономики, менеджмента и юриспруденции теперь будет сосредоточена в головном вузе. То есть подготовка студентов в этих малых городах по этим направлениям будет вестись с помощью современных дистанционных образовательных технологий.